Дети с ограниченными возможностями здоровья и посещающие Новочебоксарск социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних приняли участие в праздничной программе «С Рождеством», которую подготовил для них творческий коллектив Дворца культуры «Химик». 7 января в Дворце прошла ежегодная рождественская елка. И, пожалуйста, уважаемые, а может вы нам поможете? Вы не знаете случайно, как нам вот часы восстановить? Да. Детей и их родители поздравили официальные лица города, почетные гости праздника. В адрес присутствующих звучали самые теплые поздравления с наступившим Новым годом и Рождеством. Поздравить вас с Рождеством, с прошедшим Новым годом, пожелать всего самого наилучшего. Такое представление стало доброй традицией у нас в городе. И приятно, что именно вот в этот светлый праздник мы собираем детей в этом зале. От имени Новочебоксарской организации общества инвалидов были высказаны слова благодарности депутатам, администрации города и тем, кто оказывает благотворительную помощь. Ведь в такие праздники этим детям особенно хочется подарить праздник и внимание. Для мальчишек и девчонок был подготовлен увлекательный сказочный спектакль. Главные герои новогоднего праздника – Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи – пригласили ребят с папами и мамами навстречу увлекательным приключениям. Сюжет новогоднего представления подарил маленьким гостям атмосферу настоящей волшебной новогодней сказки. В конце самого зимнего праздника детям вручили сладкие подарки.